Всем привет! Сегодня 2 марта. Находимся в Нячанге во Вьетнаме. Вечер. На улице погода такая хорошая, тепло, даже жарко. Сейчас пойду мимо безлимитного буфета, где жарятся крокодилы. Вот такой маленький остался, небольшой. Готовится. Тут, в общем, набираешь все, что хочешь. Цены. Приходи вчетвером. Плати за троих. Взрослые 250 донгов, детские 150 стоят. Фрукты, рыба. Все, что хочешь, набираешь. Народу полно, движение, конечно, поменьше, чем днем, но все равно ездят такие вот трехколесные тележечки с русской музыкой, туристов возят. Есть кафе с морепродуктами. Цены, конечно, дорогие на морепродукты в кафе. Дешевле брать так. Много массажных салонов. Массажа тут 150 бат вьетнамский какой-то массаж. Остальные тут тоже разные цены. Идешь здесь, музыка русская везде, весело, пиво дешевое, люди на веселе идут. В общем, приезжайте в Нячанг. Все, пока.